Всем привет! Итак, сегодня установим игру Red Alert. Да, в Ubuntu можно много устанавливать игр. Ну и сегодня установим Red Alert. Для установки мы воспользуемся вот такой программулиной, таким пакетом Snap. В Ubuntu с 16 версии добавилась новая возможность установки. То есть возможность установки из синаптика, из менеджера пакетов, этого софтвера Ubuntu Center. Можно из терминала с помощью sudo apt-get install. А можно с помощью Snap. В Canonical говорят, что Snap довольно-таки хороший способ установки. То есть и там безопасный, и что, и все такое, и все такое. Короче, не знаю, но сейчас мы попробуем установить Red Alert игрушку и в нее немного поиграть. Короче, что нужно для того, чтобы установить пакет с помощью Snap? Нужно от имени администратора sudo набрать такую команду snap. Дальше install и пишем Red Alert. У нас он пишется вот так вот в репозитории snsra. Итак, вводим пароль. И у нас пошла установка. Ну, как вы видите, немного отличается. И чё, что установилось, что же делать? Давайте попробуем здесь поискать. Red есть. Есть у нас Red Alert. Ну, давайте запустим. Фанатам Red Alert посвящается. Ну, конечно же, запускается эмулятор. Эмулятор. Сейчас идет настройка. Ну, Wine, да, эмулятор Windows. То есть там есть виндовые библиотеки, и, соответственно, с помощью Wine можно запускать различные Windows-программы. Ну что, где Red Alert? Почему я его не вижу? Ну, пока идет настройка. Так вот, с помощью этого нашего Snap... Можно что-то посмотреть. А давайте, пока запускается Snap и какие-то команды. Snap list, вот так вот, или что? А, наверное, надо две. Не понял. Вот так вот, что ли? Так, а что это за список? Это какой-то непонятный список. Список чего? А, это, наверное, список того, что у меня уже установлено. Так, что такое? Что-то надо еще установить. Full game install. Ага, оно еще устанавливается. Ну да ладно, English. Пусть будет English. Какие еще языки? Да, English. Что нам делать? Так, принимаем. Нихт. Ничего я не читаю, мне это все не интересно. Ну да, вроде все так как надо. Нихт install. Окей, ждем установки. Вот так вот, да, то есть можно много всяких игр. Ну, сейчас дождемся установки и попробуем запустить. Но еще устанавливается. Но кто не знает, Red Alert — это местами где-то культовая игра. Ну, потому что в нее рубились, ну, я в том числе рубился. Это красная угроза, это такая стратегия, в которой, как всегда, нужно развиваться, нужно грабить, убивать, насиловать и все такое. Ну и, как всегда, добро должно победить зло. Вот. Но довольно интересная игра. Ну... Посмотрим, как она все-таки запустится. Но обычно, последние версии Ubuntu уже довольно хороши, и они, в принципе, могут запускать, вот, самонастраивать Wine под конкретную игру и запускать, и можно даже играть. Я вот запускал Fallout 1, 2, и вполне себе ничего было, да, нормально была игра, без глюков, все работало, все красиво. Поэтому можно много всяких игр запускать. Так, что тут, ланч? Ну, давайте запустим. Финиш. Итак, ох ты, play online. А settings? Что у нас тут в settings?
Windows нет, нам надо full screen. Renderer DirectX, давайте OpenGL. И чё, где тут применить? Play, играем офлайн. Опачки, надеюсь, вы это видите. Так, курсор, где мой курсор, почему он не работает? Это едет танк, и походу он едет кого-то убивать. А, он не доехал, ну бывает. Так, стартуем новую игру. Ну, не, кастом, не, миссии нам не надо. Или возьмем. Что это такое? Я в другую какую-то играл. А это какие-то миссии. А я не хочу. Я хочу... А в мультиплеер... Не-не-не, не надо мне. А локальная как-то здесь есть? Лот. Блин, ладно, давайте я попробую какую-то миссию выбрать. Давайте... миссия 8. Окей. Easy. Normal. Normal, конечно же. Так, пробелы, эскейпы. Эскейпы работают. Окей. Опачки, опачки. Вот он я. Нормально, смотрите. Это какой-то не тот Red Alert. Я в какой-то играл другой. Так, ладно. Нам это у нас база. Да, ее нужно поставить. Слушай, ну, мелочь. Иди-ка ты сюда. Ты мне тут мешаешь. Так, ее надо где-то на ровном месте. Вот-вот-вот. Ставим базу. Есть. Строим. Это что у нас? Походу, это электростанция. Сейчас забасаем электростанцию. Вот сюда. Что-то как-то все мелко. Где тут... Нет, не надо мне это. Увеличить не могу. Ладно, так, что мне еще надо построить? Flame Tower. А это что, Power? А это что? А мне, вот, мне надо завод, который будет собирать вот эту вот фигню. Вот эта фигня, это ресурсы. И благодаря этим ресурсам мы развиваемся. Короче, это какая-то... Блин, это больше мне напоминает игру Tiberian Sun, чем Red Alert. Я в какой-то другой Red Alert, если честно, играл. Он отличался. Это больше на Tiberian Sun. Надо будет самому, кстати, поиграть. Так, два танчика. Почему они такие мелкие? Надо было, наверное, разрешение увеличить. Да, ну, скорее всего, даже не то, что скорее всего, когда эта игра разрабатывалась, в Full HD не было еще. Соответственно, вот оно так выглядит. Ну, попробуем. Так, что у нас тут? Завод построился. Надо недалеко от базы. И, по идее, сейчас выйдет собиралка, и она будет собирать. Есть. Дальше, бараки. Надо построить бараки, потому что скоро могут прийти негодяи. Кстати, а где? Это я в конце карты, в углу. Ух ты, ёлы-палы. Ну, давайте вот тут барак построим. Что еще надо построить? Так, я могу теперь строить солдат. А мне надо бы... Это что такое? Кеннел? Что? Будка какая-то. Что это такое? Фиг его знает. Так, ну-ка. Опа. Какие-то негодяи. Вон уже бегут. Ребята, бегом сюда. Атакуем. Давай. Так, ага. Собаку можно построить. И чё? Вот. Я понял, это будка для собаки. Значит, мы можем сейчас настроить кучу собак. И собаки эти будут... В какой-то... То ли в Red Alert, то ли в подобной игре на вот эту ерунду нельзя было заходить, потому что тратилось здоровье. Потому что это какие-то минералы такие. Не очень. Радар. Построим радар. Ну, нормально. Слушайте, а если я изменю разрешение? Давайте я сохраню миссию, там как-то 1, 2, 3. Да. И выйдем. Выйдем, и где-то тут настройки, их тут нету. Давайте вот тут настройки. Patch not found. Да что ты такое говоришь? Как это? Опачки. Please check. Давайте еще раз. Red Alert. Запустим. Ну. Во. Давайте выберем, наверное. Блин, какое бы разрешение. Давайте 1440 на 900. А ну-ка. Что у нас получится?
О, вроде бы Совет. За Советы я играю. О, так вроде получше. Смотрите. Нормально. Так, ты собирай. Чё ты сюда приехал? Ты это... А, ты уже полный. Так отвози. Странные люди какие-то. Так, радар строится. Ну-ка, собачка, беги разведывай. Со звуками, наверное, конечно же, интереснее. Она там бежит и лает такая. Гау-гау. Так, есть радар. Ну, карта что-то небольшая. Не... Это что такое? А, это я переключаю режим, типа Казантипа. А, так, это у нас какая-то пушка, которая стреляет, бараки. А, вот это я еще не строил. А что, институтов нету? Должны же быть. Так, вот этот доллар, насколько я помню, да, это продавать здание. А, это ремонтировать, если какие-то здания... Ёлы-палы, блин, там стреляют. Надо со звуком играть. Я просто при записи звуки не слышу. Поэтому... Так, и что это такое? А, это типа... Этот, как его? Ну, ангары, куда можно... ресурсы, да. Они могут не влезть в общее хранилище. Это дополнительное хранилище. Так, давайте тогда я еще построю вот эту пушечку. Ну, а куда это они стреляют? Ух ты, блин. Уже на выходе меня он ждал какой-то типа бункера. Дзот. И там были негодяи. А вот... Наверное, сначала танк надо убить. А он ремонтируется. Зараза. Блин, а как мне танки строить? Короче, строим... А как сразу сказать, что 10 штук стройтесь? Непонятно. Ладно, ладно. Вон бегут какие-то... Так, давайте валить. А, они... Короче, я их потерял, да? Ремонтировать не могу. Это, походу, стационарный пункт, раз он ремонтируется. Да что вы делаете, ребят? О, это гранатометчики. Гранатометчики. Ну, что-то они не... Ладно, в принципе, играть можно. В целом, суть этого видео была в том, чтобы показать, что можно установить игры и в них играть. Посмотрим еще на несколько игр. Посмотрим еще на родные игры. Убунтовские, которые есть в репозитории, да, потому что это не родная игра, как вы видели, нужен Wine, да, эмулятор. Но мы ничего не делали. Как вы видели, я просто ввел команду, нажал Enter, и все установилось. И я просто начал играть и получать удовольствие. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.